сутки. Как Головка-то мили? Чем мили-то его по сусекам? Не знаю. Перо мили. Муку-то как собрать было? По сусекам, по скребли, чем мили? По мили. Крылом. Куриное крыло. И что все было в хозяйстве в деревне-то? А это крыло на дворе. Я вам предлагаю смолоть кофе. А это уже... А, да, это с трубями, значит, это самое. Сейчас мы все сделаем. А точильник камень какой использовался? У меня точильные камни наждак, этот самый, используется песчаник и... Так, рагушечник, ты как, известняк? Два типа. А вот жернова там есть и гранит, и вот это габр. Ну это дорожный камень, который используется крепкий для дорожного покрытия, это верхняя слово. Да. Вот это самое. А внизу песчаник. Сейчас мы все закрепим. А это как ива, что ли? Что да, ива, да, да, да. Этот без насечки, но есть. Да, да, да. Это, понимаете, это выставочный экземпляр собирался, чтобы сюда нам привезти за 600 километров его. Когда нас пригласили, нас было что... Я видел камни не такие, а 2-3 метра видел. А вот у нас фотография. Камни были в реальности больше? На мельницах, которые... Нет, это самое, это... Вот, нет, они вот это такой камень не был. Нет, который... Но вы же тоже используете. А? Для судоверно смазки. Но это для ручного. Да, это ручное. Не было принято кофейной пыли или кофейной зерек, а было вот такое дробление. Но большие камни еще использовались в плавильном деле. Подготавливали руду. Это не обязательно, что они были для мельниц, для этих самых, для хлеба. Руду. Вот у меня друг съездил в Иркаим, это такой город на Урале раскопали, знаете, старинные слышали, да? И присылает мне фотографию такого камня. А я говорю, у меня в огороде ответная часть. А там это город Кузнецов, подготавливали руду, смесь. А вот вы знаете, где ветряки первые использовали? Ну, первые, я не знаю. Для чего хотя бы? Поднимали воду. И были же это самое, ведь добыча в рудном деле, откачивали воду для с рудников, с шахт. Значит, да, да, в Голландии первый день. Ну, да. В Голландии, в Швеции, да. И, 140, да, и там плотины где-то. Сейчас, минутку. Так, у нас тут... что у вас соскочило, что ли? Да, ну, все крутят и немножко сбивают. Да, сбиваете. Я хочу поправить. А, то есть при работе вот это перестает? Ну, конечно, все ж расходники, все слетает, все помаленьку куда-то. Скажите, пожалуйста, обруч этот зачем? Вот это берем. А сейчас уже все стирается. Сейчас уже сделают уголок. У нас есть топорик. А сколько весит вот это чудо? Вот этот комплект больше 50 килограммов. А рабочий камень, только верхний, который стоит у меня на участке сейчас сделан, он весит где-то 70 килограммов. Вот это 70? Нет, этот около 50 килограммов. Рабочий камень, который на участке. А камни вот на фотографии весит 650, еще один там 850 килограммов. Вот эта группа такая. Что это за земля? А это разный материал на камень идет. Да, я говорю, габр, а внизу песчаник. Если песчаник, а верхний. Габр. Сейчас я сделаю, и камень висит. Габр. Габр? Габр. Тут у меня вчера был специалист в дорожном деле. Он мне рассказал больше, чем я знаю про эти камни. Отлично, пожалуйста, можно? Ну что рассказал? Как используется? Какая прочность у него? Судьба цифрами. А вот это не боитесь, что там что в каждой деревне есть? Ну, значит, камни, как правило, использовались те, которые были рядом с деревней. Где-то есть выход песчаника, там песчаник. У нас в Новгородской области, ну, по таким геологическим апокрифом пришел ледник с Карелии. И можно найти камни, которые в Карелии как гранитные, там где-то какие-то там, даже сейчас, ну, карьеры, где его добывают. А у нас они валяются по полям. Соответственно, эти камни таким образом обтачивали. Ну, у меня есть версия, конечно. Что земледелие вообще... Продукт инопланетных. А чем обтачивать такой камень? Да, вот чем камень обтачить? Нереально.
Зубила. Так, кто хочет попробовать, кто на что намолит, возьмет с собой. Пониже руку. Вот намелит. Да. Не намолит. Да, женщины этим занимаются. Дети. Все подряд. И дети. Кто хотел есть, скажем так. А ели только с трубями хлеб? Ну, смотрите, вы намололи сзади за трубями. Другого муки нету. Затворили с этой испекли. Ели то, что было. Рабочий комплект. Так, смотрите. Перо рассказывает о трудной судьбе Колобка. Колобка, что как в сказке у нас было там? По сусекам. По мели. Да, чем мели-то? Мели-то чем? Перышком, перышком. Ну, пер крылом, да? Вот. Да. Сметали. А что, мимо этого? Ну, и мимо мы сейчас будем здесь собирать. Это все будет очень... А где, правда, там зерно-то? Вот это вот на мели, собирались. Так вот оно сюда выходит. А-а-а! Вот оно! Вот оно, да, центробежная физика, одна физика. Мы не хотим говорить про архаику, про какую-то, мы хотим говорить про физику. Вот этот звук слышала, думала, что физика. И про сею. Да, да, да. Я заставила, она как бы хотела танцы. Ну, лыка, как правило, лыка или льняная нитка. Давайте, ну, что задаем, конечно, потом это самое, надо было чем-то... А это просто вот аналог, как взяли сетку. Да, 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 да. Посмотрите, оно не слоями. Кто хочет, пожалуйста, проходите. А там еще для... Давай, проходите. Да, 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 проходите. Посыпать? Это двумя руками. Птички японские забрала, да? Вот, кинь, вот сюда.